Волна над миром. В столичном престижном жилом комплексе «Минск-Мир» последняя возможность приобрести квартиру в доме «Эмиратс Волна». На сегодня это самый узнаваемый и необычный дом комплекса. Последние две секции дома поступили в продажу несколько недель назад, а значительная часть квартир уже продана. Отмечу, что в первых шести секциях свободных квартир нет давно. Вводом дома завершается строительство квартала. Это произойдет в октябре. Почему время покупать квартиру в «Эмиратс Волна» в репортаже. Дом видно издалека, не только из-за размеров, но и уникальных решений. Например, террас на крыше. Он расположен на основном въезде в комплекс «Минск-Мир» вдоль будущего главного проспекта всей застройки. Главный архитектор компании-застройщика поясняет проектное решение. Он крутой. Вы сами видите, вы эксплуатируемые кровли, террасы. Дом переменной этажности. В седьмой секции 18 этажей и 126 квартир. В восьмой 21 этаж и 154 квартиры. На верхних этажах каждой секции по 3 квартиры с террасами. Все квартиры свободной планировки. Квартиры-студии, так называемые евро-двушки и евро-трешки, площадью от 42 до 89 квадратных метров. Квартиры с террасами на верхних этажах от 51 до 113 квадратов. Вестибюли просторные, эксклюзивный дизайн в морской тематике, парковки по наружному контуру квартала. А в соседнем квартале уже работает многоуровневый паркинг на почти 800 машиномест. В доме несколько арок проходов, чтобы его не нужно было обходить. На первом этаже коммерческие помещения. Тут будут кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг. Почти 20 тысяч квадратных метров. Насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска. С одной стороны этого квартала будет детский сад на 230 мест с бассейном, с другой — школа, кстати, тоже с бассейном. Совсем рядом новый городской парк, который разобьют в комплексе, а прямо во дворе достраивают торговый центр. Продуманная система общественного транспорта. Последние секции дома прямо у выхода станции «Аэродромная», новой ветки столичной подземки. Много остановок наземного транспорта. Район возводит по принципу «город в городе» со своим деловым сердцем, международным финансовым центром, где будут созданы несколько тысяч рабочих мест. Своим крупным торговым центром, он будет называться «Марамолл». Построение комплекса отвечает самым современным тенденциям градостроения и ориентирован на удобство человека и его интересы. Если в таком микрорайоне, вот именно в этом квартале находится 5000 квартир, знаете, это, я бы сказал, маленький европейский город. Недвижимость – это и хорошая инвестиция. Квартиры в первых секциях «Эмиратс Волна» на вторичном рынке подорожали в полтора раза. Когда комплекс будет сдан, считают эксперты, цена квадрата может подскочить до 5000 евро. В компании-застройщики убеждены, людям выгоднее вкладывать в свое жилье, чем платить по аренде. И предлагают финансовый инструментарий. В комплексе «Минск-Мир» беспроцентная рассрочка на срок до 10 лет. Беларусьбанк предлагает программу «Ипотека с нами». Кредит до 90% стоимости на срок до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19%. Приорбанк предлагает программу на 5 лет. В первый год ставка 5,99%, в последующие 14,18%. Кто платит сразу, неважно своими средствами или использует кредит, получает существенную скидку за каждый квадратный метр. В общем, самое время решаться и получать волну удовольствий от жизни.